сейчас его инструментом, вот таким зондом, немножко буду пытаться под него, как сказать, подлезть. Если будет неприятно, мы тогда тихонечко иголкой ноготь немножко вот так как-то... Я венчу ее, и оттуда жидкость пойдет. Это не страшно. Давно вы ударили? Да. Когда? Мне кажется, дело больше мозгов, чем ударить. Ударила в среду где-то. Больно, что ли? Просто боюсь. Ну вы же пришли уже, все, сидите. Пока все сухо. А вот здесь? Да, вот почему-то вот где самый низ. Вот здесь, да? Вот это все, вот то, что сейчас делаю, вот это самое болезненное. Я просто его пытаюсь, ну, то ввинтить ее туда. О. Да, есть сейчас. Нормально? Да, вообще. Я ее туда просто винчиваю, я вам не прокалываю ни кожу, ни кость. Просто ноготь, ну как сказать, протыкиваю, что ли. Сейчас мы сделаем, вам прям будет очень хорошо. Как вас зовут? Диана. Диана, вам прям будет классно. Она уже пошла, поэтому не волнуйтесь. Вот, а хирурги не церемонятся, они удаляют сразу. Да? Ну, хотя, ну я, да. Кстати, а может, а как вообще объяснить, что это? Что там? Ну, удар. Ну, допустим, удар. Удар. Что у нас происходит во время удара? У нас в жидкости скапливается... Ой, у нас скапливается жидкость. Почему? Потому что в момент удара у нас организм пытается... Ну, быстро в эту зону подать много жидкости или лимфы для того, чтобы, ну, как бы повреждения быстро, там, или переломы, или еще, поэтому отеки возникают, поэтому при хирургии их возникают. То есть быстро подавать в эту зону много-много полезных там веществ всяких вместе с кровью. И поэтому, как бы вы ударили, то есть как был какой-то, ну, болевой синдром, и организм стал вас таким образом лечить. Но, как бы, нюанс в том, что чем они, ну, как бы, ушиб тоже неприятен, конечно, но вроде бы при ушибе мы там... Что мы делаем? Кремушек мажем. А здесь она начинает скапливаться именно под ногтем, вот это чувство такое, вот распирание. Потом вот она, ну там же это флора, потом начинает гной развиваться, вот это все, ну так, приятно. Но как вам, легче становится немножко? А тут выходит. Ну, смотри. Угу. Не больно давлю? Нет. Угу. Вот прелесть. Как хорошо, что вы пришли. Это Нет, я думаю, нет. Я думаю, через пару дней он бы еще начал раздуваться, пульсировать, и потом бы побежали бы к врачу, скорее всего. Я проснулась с такой ногой. Что-то такое было, да. Я пошла в хирургу, и у меня это мотивирует. Что-что? Вот. Ну вот видите, ваш того что-нибудь такое же. Ну, конечно, я тоже порекомендую домашний уход, вы тоже будете прикладывать, там баночки делать, смотрите. Вот. Да, сейчас еще буду прокалывать. Сейчас еще один прокольчик делаем тут рядышком.
тебя нормально? Ну, все, я зашла. Все, ну пошла. Какой молодец. Вот он начинает сразу светлеть у вас. То есть оттуда выходит. Потом видео покажу, если хотите. Вот до вас была девушка? Не знаю, может, обратили внимание. Сидела. У нее была гематома такая вследствие хирургического вмешательства. Ей делали операцию на палец у нее под ногтем. Это вот, это ваш случай просто цветочки. У нее там раздуло палец так, это тоже вот из-за того, что была операция в этой зоне, организм в эту зону начал ей быстро тоже вот давать кровь, и вот она значит, стала ногти распирать. Ей хирург уже убирал. Это там рана была, дыра на ноге. Ну, это не ваш случай, у вас все хорошо. Зяночка, вот так сюда, сейчас в сторону. Ничего нету. Ну, все, выходит, выходит постепенно. Нормально? Да. Ну, молодец, все. Ну, ну, не больно же я делаю? Нет, не больно. Я тебе покажу. Очень интересно. Ну, посмотри, если хочешь. Сейчас. Смотри. Да, все выжит, это все выходит. Кровь. Я бы меня пугает, что там гнома ничего такого нет. Нет, пока нет. Вот говорю, если бы ничего не делала.
спаливаться раздолбы. И потом пришлось вообще все, мы вот сейчас выпускаемся. Ну да, у нас вот такое же закрыто. Тебе должны полегче кричать. Я что-то больше. А? Ну да ладно. И я вот с него снимала. Ну, ходила в салон с него. Но там мне как раз дали номер. Там, да? Да. Смотрит, значит, нас на Ютубе. Не с маникюра, я просто сказала, ну да, потому что там администратор, она сама уложила. Большим пальцем на руки тут. Ничего себе. Ну, она отпадет, если что. Ну, все спадет. Да. Реально? Да, да. О, боже, я его без нити. Ну, там уже будет расти к этому времени новый. Но отрастать будет он где-то в течение года, полностью обновляться. А падать он так будет? Ну, никогда не терял ногти в детстве. Нет. Ну, вот как бы там старенький вот этот сходит. Ну, и это уже. Ну, вот, тебе нравится. Боже, слава богу, я всегда открытого выхожу. Нет, уж давай ходи в открытой все-таки. Это не так, я так вот, знаете, не делала, а второй раз, наверное, только я захочу. Ты пока будешь ходить так. Да? Ну, конечно. Ну, потому что надо его... Какой хороший цвет сразу. Потому что надо его... Ага, все-все. Потому что надо его отрастить, ну, то есть и не усугубить. Поэтому что-то максимально свободное пока. Какой цвет красивый. Беленький, не синий. Ну да, лучше какой, конечно, ничего, травма все-таки есть травма. Я бы побереглась.